Доброе, в студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я приготовлю горячие хлебные тосты. Но они будут немножечко необычными, они будут усложненными, потому что нам понадобится картофель, сыр, яйцо, сметана и добавим туда совсем немного соли. Давайте переходить к готовке. Первым делом я, конечно же, натер сыр на терочке, потому что он нам понадобится для сборки обмазки, которую мы будем наносить на хлебушек. Теперь я буду натирать картофель. Картошку натираем на терке. У нас, знаете, сегодня будет такой гибридный рецепт драников с обычными тостами, который еще будет украшен сметанкой. В общем, смотрите, будет очень вкусно. Берем теперь и вот так вот, посмотрите, отжимаем весь картофельный сок. Он нам в этом рецепте абсолютно не нужен. Хорошенечко взяли, отжали. Переложили в отдельную тарелочку. Картофельная основа у нас готова. Теперь я беру сырочек и добавляю сырочка прям вот так вот. Ну хорошо, практически столько же, сколько и картошки. Сыра можно не жалеть, потому что чем больше сыра, тем вкуснее. Яичко. Разбиваем его в чашку. 1 столовая ложка сметаны. Ну и, конечно же, не забываем посолить всю эту радость. Вот так вот хорошенечко, щепотки две соли закидываем сюда. Ну а теперь все это дело мы берем и перемешиваем вилочкой, чтобы получилась однородная масса. Все в чашке смешали, все красиво такое, желтое, классное. Теперь отправляем вот эту смесь на кусочек хлеба. Берем вот так вот, раз, прижимаем хорошенько, чтобы у нас ничего не отвалилось. Кстати, сковородку я заранее разогрел, налил туда растительного масла. Самое главное, вот этой стороной, на которой мазали, переворачиваем ее прямо на сковородку. То есть берем вот так вот аккуратненько и раз, размещаем на сковороде. И оставляем готовиться буквально на 8 минут с одной стороны, затем перевернем и еще на 2 минутки оставим. Просто подрумянится кусочек хлеба. Хлебный тост с картофелем и сырной корочкой готов. Он хрустящий, красивый, просто невероятный. Здесь его украсили помидоркой, здесь мы выложили сметанку. В общем, берете, отламываете кусочек тоста, смакаете в сметанку, а сверху отправляете еще и помидор. Просто потрясающее блюдо на завтрак. Ну а пожелание на день сегодня будет следующим. Желаю вам, чтобы билеты в теплые края были доступны для вас и ваших близких. Но даже на отдыхе не забывайте включать «Утро с губернией». До встречи!